Быстрее, выше, сильнее. Под таким девизом Московское училище Олимпийского резерва номер 1 отбирает своих будущих воспитанников. Продолжается прием документов для поступления в 11 спортивных отделений. Дзюдо, вольная и греко-римская борьба, бокс, художественная и спортивная гимнастика, легкая атлетика, стрельба из лука и другие. Нам рекомендовал тренер. Я хочу, в принципе, поехать на Олимпиаду, думаю, стать тренером. А еще в этом году училище отмечает полувековой юбилей. За 50 лет в наших стенах выросли 24 олимпийских чемпиона и принесли они 78 олимпийских медалей. 6 наших воспитанников в этом году участвовали на Олимпиаде в Токио. Это Софья Великая, Виктория Листунова, Никита Нагорный, Дарья Клишина, Александра Бабинцева и Иван Сазонов. Среди абитуриентов немало ребят, спортивный пример которым подали родители. У Ачурбады Чимуяна мама – многократная чемпионка сурдлимпийских игр по дзюдо. Она у нас инвалид с детства, не слышит по слуху. В следующем году будет третья сурдлимпийская игра. Ее третья Олимпиада. Будет участвовать. Да, вот сейчас она вот проездом. Ознакомиться с перечнем документов и нормативов для поступления можно на сайте ur1.musport.ru в разделе «Абитуриенту». И 27 августа состоится резервный день для тех, кто тоже решил войти в ряды первых.